В республике Северная Осетия, Алания, в селении Верхняя Саниба состоялся первый этап Кубка Северокавказского федерального округа по трофи-спринту. Организатор мероприятия – внедорожный клуб «Владикавказ 4×4». Участие принимали около 80 спортсменов из разных регионов Северокавказского федерального округа, из Южной Осетии, а также из стран ближнего зарубежья. Автогонщики боролись за победу в 5 категориях – стандарт, открытая нива, туризм, спорт и экстрим. Были задействованы 3 трассы. Участникам было выделено 2 часа на то, чтобы сделать 5 кругов. Наши ребята приложили все усилия и пришли к победе всего лишь за час. Действующий чемпион тима туркутом. Машина дарну фастокруг отзалифала, отец финишировал куттом. Та тенгвожни гонкотастема ловдестом нахи наивестума фетчобенотел хостом. Как подчеркнул пилот-штурман Сева Лавоев, главной целью было выиграть и представить свою республику достойно. Кубок Северокавказского федерального округа пройдет в 6 этапов в разных городах Северного Кавказа. Второй состоится в Черкесске, сейчас ребята будут готовиться к нему. Эти соревнования имеют официальный статус, позволяющий победителям и призерам в дальнейшем отобраться на Кубок и чемпионат России по трофи-спринту. Агунда Губозва, Олимпий ТФ, для программы «Неделя».